Macmillan Publishers, или The Macmillan Group, частное международное книжное издательство, одно из старейших издательств в мире. С 1999 года принадлежит George von Holtzbrinck Publishing Group. История издательства была основана в 1843 году двумя шотландскими братьями Даниэлем и Александром Макмилланами. В ранний период своей истории Macmillan Publishers опубликовала произведения таких авторов, как Чарльз Кингсли, Томас Хьюз, Фрэнсис Тёрнер, Пол Грейв, Кристина Рассетти, Мэтью Арнольд, Льюис Кэрролл, Альфред Теннисон, Томас Харди и Ридьярд Киплинг. Шаблон. Неавторитетный источник. В последующие годы издательство продолжило традицию, опубликовав произведения таких авторов, как Уильям Йейтс, Рабиндранат Тагор, Шона Кейси, Джон Мейнард Кейнс, Чарльз Лонгбридж Морган, Хью Уолпл, Маргарет Митчелл, Чарльз Перси, Сноу, Румер Годдин и Рам Шаран Шарма. В 1869 году Макмиллан начала публикацию журнала Nature, а в 1877 году опубликовала музыкальный словарь Grove Dictionary of Music and Musicians. В 1964 году директором издательства стал бывший премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан. После его смерти компанию возглавил его внук Александр Макмиллан. В 1995 году 70% акций компании было куплено немецким медиаконцерном George von Holtzbrinck Publishing Group. В 1999 году Holtzbrinck приобрел остальные 30% акций Macmillan в США. Первый офис Macmillan в США был открыт Джорджем Бреттом в 1869 году. В 1896 году американский филиал издательства был продан семье Бретт, что привело к созданию американской компании Macmillan Publishing. Под руководством семьи Бретт Macmillan публиковал таких американских писателей, как Маргарет Митчелл и Джек Лондон. Семья Бретт оставалась во главе компании до начала 1960-х годов, когда произошло слияние Macmillan Publishers с Crowe LL Collier. Издательство превратилось в медиагиганта Macmillan Inc. В 1989 году Macmillan был приобретен британским бизнесменом Робертом Максвеллом. После смерти Максвелла в 1991 году издательство обанкротилось и было куплено американской компанией Pearson в 1998 году. Вслед за покупкой Симона Ямп-Шустер в 2001 году издательство было куплено George von Holtzbrinck Publishing Group. Однако, McGraw-Hill продолжает заниматься дистрибьюторством школьной образовательной литературы в США через бренд Macmillan McGraw-Hill.